театре эти ребята оказались не в качестве зрителей. Все они – участники благотворительного проекта «Дети детям», организованного в помощь онкобольным. Появилась идея. Появилась она, ну, наверное, внезапно. А не сделать ли что-то такое долгоиграющее, правильное, искреннее? Мы решили сделать детский благотворительный спектакль. А благотворительный спектакль, который будет целиком полностью посвящен сбору средств для фонда «Искорка». 30 детей сотрудников Челябэнергосбыта репетируют спектакль по пьесе Ксении Драгунской «Все мальчишки-дураки» или «Когда мы были маленькими». Работают с начинающими артистами актриса и режиссер Наталья Широкова, а также хореограф Александр Сафиулин. Любопытно за ними наблюдать. Тяжеловато, конечно, в 6-летнем возрасте, например, держать внимание, стоять там в нужной стойке. Всегда хочется куда-нибудь руки деть, ноги деть. Вот сейчас у меня ощущение, что мы, наверное, зарепетировались. Вот, потому что, когда они пришли на кастинг, это был просто сбор таких огромных талантов. Все они разноплановые, разножанровые, но все они такие активные очень. Праздник доброты в театре «Манекен» намечен на 16 октября. Начнется все с благотворительной ярмарки, которую, кстати, готовят все те, кто не вошел в состав актерской группы.